Новогодние каникулы окончены, и столичные власти предлагают москвичам побыстрее распрощаться с праздниками. Сегодня в Москве стартует акция по утилизации новогодних елок. Называется она «Елочный круговорот» и проходит в Битцевском парке. Там находится пункт раздельного сбора мусора, и именно туда власти призывают приносить елки в течение всей недели вплоть до 15 января. Экологи объясняют, на мусорных полигонах, куда попадают обычно ели из наших контейнеров, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не возвращаются в почву, а они будут утилизировать елки правильным образом.